Меня зовут Ирина. Я хочу сказать, что здесь очень теплая, дружелюбная атмосфера. Мне очень понравилось, что здесь есть коллеги, неравнодушные, не которым просто получить диплом, но они хотят развиваться дальше и усовершенствовать свои навыки. И здесь можно все проработать и как психотерапевт, и поработать как клиент, и разобраться даже со своими какими-то моментами, да, которые у тебя до сих пор не проработаны. И я бы сказала, что даже этот курс можно назвать не «Пси-стар для начинающих», а «Пси-стар», где люди, психологи, становятся звездами. Добрый день, меня зовут Юлия Клементьева, я являюсь уже психологом практикующим, совершенно случайно попав на этот курс, я просто была настолько удивлена и радостна, что осталась здесь и обрела новых друзей, новые знания и в практике прям почувствовала прорыв, то есть вот некоторые моменты были полезны очень для моих клиентов, за что благодарю Дениса, нашего ведущего, за его мудрость, за то, что он может создать такую прям теплую атмосферу, и всем рекомендую этот курс. Всем добрый день. Я рекомендую этот курс для начинающих психологов. Хочу рассказать о своих впечатлениях. Дело в том, что несмотря на то, что мне не хватало теоретической, в принципе, базы, на курсе я получила очень много знаний по поводу техник, как это делается, проработались многие страхи, была замечательная команда. И самое главное, те инсайты, которые произошли во время этого курса, триггеры, очень сильно помогут мне в будущем и скорректировали, в принципе, какие-то жизненные важные обстоятельства. Это не только я получила знания, но и это помогло мне как бы и в жизни. Добрый день, меня зовут Евгений. Я рекомендую этот курс «Пси-старт» для начинающих и продолжающих специалистов, психологов или других помогающих специальностей. Не только молодых, ну, например, вот таких, как я. В общем, всем тем, кто испытывает определенные трудности в начале, собственно говоря, вот этой помощи. Лично мне этот курс дал уверенность в своих силах, как психотерапевту, и позволил начать работу именно психотерапевтом. Поэтому огромное спасибо организаторам, в частности нашему ведущему Денису, за то, что сплотил нас всех и помог мне лично преодолеть те сложности, которые были у меня. Надеюсь, что у других, кто придет здесь, все произойдет так же удачно, как у меня. Спасибо. Добрый день, меня зовут Виталий. Рекомендую данный курс всем тем, кто хочет почувствовать тепло, не знаю, семейственность вот некую такую, потому что мы за время обучения стали большой семьей. Я приобрел несколько себе новых товарищей, с которыми мы пошли уже дальше по жизни. Вообще здесь просто здорово и интересно, и несмотря на то, что я принимаю клиентов уже полгода, я здесь совершил для себя несколько таких открытий, которые здесь же и закрепил. Ну и вот этот диван, если оператор покажет, его более крупнее, мы здесь кто-то побывал в роли терапевта, кто-то побывал в роли клиента, все были в экспозиции. Это было круто, это было тепло, я надеюсь, мы продолжим. Всем спасибо. Меня зовут Светлана, и я считаю, что Пси-старт – это отличная возможность для начинающих психологов и психотерапевтов, которые очень боятся и которые не знают, с чего начать, все-таки сделать этот шаг. Сегодня 8-е занятие, и наконец-то я чувствую себя заряженной и способной что-то делать, действовать и пробовать. Спасибо большое, Денису. Мне очень понравился курс, спасибо большое организаторам. Я в психологии человек новый, и вот именно этот курс полезен для тех, кто хочет сделать только первые шаги, узнать, что из себя представляет когнитивно-поведенческая терапия, и для тех, кто уже продвинулся дальше, но у кого есть еще какие-то барьеры, чтобы выйти на клиента, начать непосредственно работать с людьми. И вот в ходе нашего курса услышал очень много
информации от ребят, что они начали как раз свою первую работу, получили первого коммерческого клиента тогда, когда занимались как раз вот на этом курсе. Спасибо большое и ассоциации, и Денису, нашему спикеру и педагогу. Спасибо всем ребятам. Ну что, меня зовут Елена. Я на самом деле благодарна там более опытным коллегам, которые мне посоветовали прийти на этот курс изначально к ВПАКУ. Потом вот организовался этот курс «Пси-старт», и благодаря этому курсу, благодаря тем техникам, благодаря работе в тройках, в двойках, я настолько проработала свои страхи, что уже смогла провести работу по позиционированию себя как специалиста, и ну, для меня это большой шаг, потому что страхов здесь было много, и спасибо, Денис, за это. Коллеги, я рекомендую вам приходить на Пси-старт. Здесь вы сможете набраться смелости, решимости и знаний для того, чтобы найти своего первого клиента. А если вы уже его нашли, то здесь, находясь в профессиональном сообществе, вы получите ответы на вопросы, которые у вас обязательно возникнут в процессе работы. Приходите на Пси-старт. Всем привет, меня зовут Медведева Елена, я студентка курсов переподготовки на психолога-консультанта. И здесь прозвучало очень много слов теплых от моих коллег, а я хочу сказать, что я выражаю сожаление и разочарование в том, что этот курс закончился, и сегодня последнее занятие, в том, что мне удалось всего лишь на 6 занятиях побывать очно вместо 8, но благодаря организации я услышала аудиозаписи и, по сути, ничего не пропустила, ну, кроме разве практической отработки, которую, в принципе, благодаря домашним заданиям удалось наверстать с коллегами. И за этот период я почувствовала, что я могу реализовать себя как профессионал, как психолог, несмотря на то, что я еще учусь, но я получила столько поддержки, столько новых техник, новых знаний. И, наверное, ощущение вот этой командной работы, сплоченности, которой часто, мне кажется, не хватает отдельно взятым специалистам. И я с нетерпением жду продолжения. Спасибо Денису, организации и всем коллегам, которые были со мной в этом потоке. Добрый день, меня зовут Елена. Я рекомендую прийти вам на курс в Ассоциацию когнитивно-поведенческой терапии Дмитрия Викторовича Капака, основанную у нас в Москве, Ильинка, дом 4. Рекомендую кому? Начинающим терапевтам, психологам, психотерапевтам для своей практики, для работы с собой, для работы с клиентом. Если вы не готовы начинать свою практику, конечно же, здесь вы обретете эти навыки, обретете свою уверенность во всех начинаниях и поддержку как же нашей же команды, нашей же ассоциации, и вы поймете, что вы не одиноки в этом, и вам действительно здесь будет очень-очень полезно. Так что рекомендую, пожалуйста, приходите. Ну, на самом деле, хочется выразить огромную благодарность Денису, Дмитрию Викторовичу Ковпаку и всем тем, кого мы, к сожалению, не знаем, но кто входит в состав огромной ассоциации КПП не только в России, но и за рубежом. Благодаря этим людям мы можем развиваться, можем двигаться дальше. Конечно, были и есть какие-то волнения, но в целом курс был очень познавательным, очень крутым. Идти на него или нет, решать в любом случае вам, но я считаю, что в жизни случайностей не бывает, поэтому если вы смотрите это, если вы это видите, тогда вы обязательно должны хотя бы попробовать. Всем спасибо.